взяла Маша ложку. Ложка, правда, не маленькая. Но что поделаешь? Разве она виновата, что в доме нет маленькой ложки? Маленькая ложка в доме должна быть. Это давняя примета — дарить ребенку на рождение, на первый зуб или крещение серебряную ложку на зубок. Конечно, практиковалось это не в деревенских, а в городских домах, в зажиточных семьях. Серебро вообще такой металл, который хорошо охраняет, и в том числе дарили его новорожденным всегда в качестве подарка, именно серебряные вещи, погремушки, ложки, ну это состоятельные люди. Ложку на зубок, подаренную ребенку, старались хранить всю жизнь, передавали по наследству. Большое внимание оберегам в старину уделяли еще и потому, что медицина тогда была далека от современной, да и болезни детей одолевали странные, непонятные современным врачам: родимец, гусь, кочерга. Считалось, что ребенок будет нервным, будет плакать, кочергу надо выводить. И это выводят до сих пор, что называется. Чаще всего это делают в бане, ее выпаривают. Выпаривают разными способами. Кто-то разводит дрожжи и намазывает. Говорят, что очень хорошо там на материнском молоке закатать тесто или колобок и вот этим вот смазать и парить потом, в легком пару парить в бане. В него верят до сих пор в деревне, его выводят. Мне выводили кочергу каким-то образом, также в бане выпаривая ее.